университете состоялось подписание соглашения и дорожной карты по организации и проведению дистанционного обучения специалистов, которые будут координировать выборы в системе электронного обучения «Пегас». В течение полугода специалисты центра «Пегас» НИУ БелГУ работали над созданием системы для дистанционного обучения членов избирательной комиссии и всех участников избирательного процесса. И сегодня готовы презентовать и запустить этот продукт в работу. Появляется у нас такая хорошая сейчас возможность, это более активное вовлечение в работу, которая связана с организацией выборов, большого количества молодых людей, поскольку всегда, все время мы боролись за то, чтобы молодежь активно участвовала в выборах. Это был один из таких показателей. Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев в свою очередь заметил, что избирательный процесс, как и многие другие сферы деятельности в России, переходит в цифровое пространство, и система дистанционного обучения является одной из важных элементов цифровизации. Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете нас. Огромное спасибо компании ССН за то, что разработала. И, конечно, вашим коллегам за то, что совместили портал «Пегас» с нашим порталом. И теперь, заходя на наш сайт, отправляемся к вам. И заходя к вам, будет отсылка к нам. То есть мы делаем совместную большую работу на благо наших белгородцев. Кульминацией встречи стало подписание соглашения и дорожной карты ректором НИУ БелГУ профессором Олегом Полухиным и председателем избирательной комиссии Белгородской области Игорем Лазаревым.